Перед началом официальной части пленарного заседания детский творческий коллектив поздравил участников и гостей мероприятия, выступив с музыкальным номером и пожеланиями для учителей. С докладом о проделанной работе в образовательной сфере за последние годы выступил глава администрации города Борис Беляев. Он перечислил достижения учащихся и студентов образовательных учреждений в областях науки, спорта и культуры, рассказал о развитии дополнительного образования в городе и успешном освоении грантовых проектов и социальных программ. В течение года мы провели большую, кропотливую работу. Несколько раз мы проводили пробные экзамены, погружая ребят в атмосферу ЕГЭ. Работали над повышением компетенции учителей. Наши математики посетили курсы в городе Екатеринбург. Запустили сетевое образование. В несколько раз усилили индивидуальную работу с учащимися и родителями. Сегодня я могу отметить положительный результат. В этом году мы справились с поставленной задачей. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат. Следующим докладчиком стала директор учреждения управления образования Марина Дерягина. Она выступила с темой улучшения качества образования через повышение уровня компетентности педагога и поделилась планами будущих проектов и социальных программ для творческого развития среди дошкольников и учащихся, сформированных при взаимодействии в образовательной системе. Открытой площадкой для педагогов являются конкурсы профессионального мастерства. Впервые в городском округе был проведен конкурс «Учитель-логопед-2016». К сожалению, за последние 5 лет учителя нашего города не попадают в пятерку лучших учителей регионального этапа конкурса «Учитель года». И нам над этим тоже нужно работать. В 2016-2017 году будет проведен единый конкурс для дошкольных и педагогических работников, который будет называться «Педагогический звездопад». И пройдет он в декабре 2016 года. О задачах, поставленных Министерством образования в обучающей сфере на будущий год, доложил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. В своей презентации он привел статистические данные о детской и подростковой заболеваемости и смертности по республике и рассказал о профилактических мерах по их предупреждению. Особо актуальным является межведомственное взаимодействие между Министерством образования и здравоохранения. Вопрос обучения педагогов основам психологии и возвращения образовательного учреждения психологов для раннего выявления пограничного состояния и своевременного обращения в медицинскую организацию. Учреждением тесно работающих в данном направлении является Республиканский клинический психотерапевтический центр. Подвела итоги уходящего учебного года начальник отдела специального образования Республики Башкортостан Зульфия Псянчина. Она рассказала об общих показателях единого госэкзамена по республике и о необходимости их постоянного улучшения. Также в докладе была затронута тема нехватки педагогических кадров в образовательной системе. Выпускники высших образовательных организаций по педагогическому профилю не спешат в школу. И поэтому всем органам управления образованием и директорам образовательных организаций было дано поручение, да, поддерживать молодых специалистов. В рамках Министерства образования у нас стартовал в этом году первый раз конкурс, вернее, номинация республиканского конкурса «Молодой учитель года». Руководители кумертауских школ выступили с отчетными данными о развитии адаптивных программ в учреждениях и разработке дополнительного образования. В завершении пленарного заседания были вручены награды и благодарственные письма педагогам, специалистам и воспитателям образовательных учреждений за заслуги в обучающей и организационной деятельности. Пусть учителя порадуются за свои успехи и, конечно же, будут работать с таким оптимизмом, с таким желанием, чтобы город Кумертау справился с поставленными задачами, которые ставит нам республика, ставит город, ставит наш учредитель. Все в наших руках. Мы надеемся, что учителя школ города Кумертау с удовольствием будут ходить в школу и, конечно же, дарить свои знания детям. Гульназ Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».